Здравствуйте, в эфире «Итоги недели». В студии Анастасия Кладинова. Коротко о главных событиях. Мы хотим, чтобы все было чистенько, аккуратно, чтобы дети всегда отдыхали спокойно, чтобы они не ранились. Собственными силами достигли, чего хотели. На Кореневском карьере чистота. Вы видели, как тут было. Сейчас все замечательно. Пол, потолок побелили, стены поклеили, все прям стало так хорошо. Теплосеть с заботой о своих сотрудниках. Ремонт квартиры участника СВО. Подростки катаются как на крышах электропоездов, в межвагонном пространстве, а также на внешних частях кабины электричек. Для предотвращения несчастных случаев на железной дороге проводят ежедневные рейды. Бетонные работы все завершены, фактически кирпичная кладка здесь уже на стадии завершения, там только начали уже, но работы идут полным ходом. Новый мост между Люберцами 1 и Ухтомской. Еще один подарок ко дню города. Еженедельное оперативное совещание провели в Люберецкой администрации. О работе, проделанной за минувшие 7 дней, отчитались руководители структурных подразделений, силовых ведомств и экстренных служб. За прошедшую неделю в Люберецкую полицию поступило 2300 обращений. Возбуждено 22 уголовных дела, 17 раскрыты по горячим следам. Продолжается подготовка к отопительному сезону. Согласно графику, на 1 августа процент готовности должен составить 65%. На финальной стадии работы по ремонту подъездов. 154 подъезда выполняет управляющая компания ЛГЖТ, 18 подъездов управляющая компания «Садист». Как мы видим, на сегодняшний день 116 подъездов выполнено в полном объеме, 54 подъезда в работе. Никаких отклонений от графика нет, и с уверенностью можно сказать, что до 1 сентября текущий ремонт всех подъездов будет завершен в полном объеме. С 1 июля органы службы занятости населения перешли на новый формат работы. Теперь услуги можно получить онлайн или в МФЦ. Центр занятости населения в городском округе Люберцы в настоящее время перешел на режим работы в электронном виде. Личный прием граждан при регистрации в качестве безработного, содействие в подаче заявлений на оказание государственных услуг в области содействия занятости населения в городском округе Люберцы осуществляется в 9 многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг. С 8 по 10 сентября состоятся выборы губернатора Московской области. Процедура выдвижения и регистрации кандидатов закончена. Баллотируются 4 человека. Для удобства избирателей на выборах будет применена очная форма голосования на избирательных участках, а также в дистанционном формате. Избирателю предоставляется возможность зарегистрироваться на едином портале государственных и муниципальных услуг Российской Федерации. Для того, чтобы дистанционно электронно проголосовать, уже с сегодняшнего дня и до 4 сентября необходимо подать заявление на портале госуслуг. Тем самым избиратель будет включен в список голосующих электронно. На совещании обсудили вопросы содержания автомобильных дорог и тротуаров, очистку остановочных павильонов, нанесение дорожных разметок, вывоз мусора и смета, покос травы и санитарную вырубку деревьев. Узнали об очередных спортивных достижениях люберчан. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В округе завершается строительство наземного пешеходного перехода через железнодорожные пути. Его возводят на перегоне между станцией Люберцы-1 и платформой Ухтомская. Когда по переходу пройдут первые пешеходы, узнали мои коллеги. Пролетное строение моста полностью возведено. Строители приступили к отделочным работам. Выполняют кладку кирпича, прокладывают освещение, оштукатуривают стены. На финальной стадии – остекление перехода. Бетонные работы все завершены. Фактически кирпичная кладка здесь уже на стадии завершения. Там только начали уже, работы идут полным ходом. Покрытие сделать на пролетном строении, на башнях. Вот. Я думаю, штукатурку мы закончим в июле месяце. Подходит к завершению и устройство лифтовых шахт. В августе приступит к монтажу лифта. Его установка позволит беспрепятственно подниматься на мост маломобильным группам населения, пешеходам с детьми и велосипедистам. Наверное, самое популярное место перехода, несанкционированного. На этом месте был достаточно серьезный травматизм у нашего населения. Андрей Юрьевич лично подключился к этому проекту. Были выделены средства правительства Московской области, за что мы говорим огромное спасибо губернатору. И вот этот объект в кратчайшие сроки, фактически за полгода, с нуля возводится. Открытие наземного пешеходного перехода запланировано на середину августа. Это будет очередной подарок жителям ко дню города. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.
В 27-й школе состоялась встреча с жителями в формате выездной администрации. Люберчане задавали вопросы руководству муниципалитета, депутатам, представителям управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций. Какие проблемы волнуют жителей, узнали мои коллеги. Военнослужащий с позывным «Ярый» с началом мобилизации отправился на защиту рубежей Отечества. В зоне СВО получил контузию. Приехав на побывку домой, первым делом занялся восстановлением здоровья. Положили в госпиталь, госпитализировался, полечили. И сейчас прибыл сюда в связи с тем, что мать в тяжелом состоянии, нуждается в хирургическом вмешательстве. И пытаюсь получить хотя бы дополнительный еще отпуск, чтобы я мог за ней следить. Пока что сейчас будет решаться, займутся этим вопросом. Председатель общества детей-инвалидов Любовь Бельчук попросила сохранить их помещение. В организации состоят 60 человек. Условия для работы в другом помещении неудобные. Мы находимся в том помещении, где есть для детей-инвалидов отдельный туалет. У нас светлая комната, теплая. А нам предлагают напротив общества инвалидов в подвале помещение. 14 ступенек вниз, и она полностью разломанная. Но вот сейчас глава, я обратилась к главе, глава сказал, мы решим этот вопрос. Я очень рада. На встрече рассмотрели вопросы ямочного ремонта, нанесения дорожных разметок, размещения дополнительных автобусных павильонов, устройства в школу детей с ОВЗ. Все обращения взяли в работу. Многие решены на месте. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Сотрудники Люберецкой теплосети отремонтировали квартиру своего сотрудника, который находится в зоне СВО. На днях военнослужащий приехал на побывку домой. К отпуску его ждал сюрприз. С началом спецоперации люберчанин прошел боевое слаживание и отправился в зону СВО. С родными все это время общался только по телефону. Теперь впервые за 9 месяцев смог их обнять. На 2 недели сейчас отпускают. Погощу и опять обратно. Соскучились по себе? А как же, обязательно. Все соскучились, и мама, и сестра, все. И я соскучился по ним, конечно. Большое, огромное спасибо теплосети, что они меня тоже не забывают. И не только про меня, и про родных. Руководство Люберецкой теплосети, где более 15 лет работает Дэн, откликнулось на просьбу семьи и помогло сделать в квартире косметический ремонт. В комнатах поклеили обои, заменили двери в санузле, отремонтировали коридор. Вы видели, как тут было? Сейчас все замечательно, пол, потолок по... Побелили, стены поклеили, все прям стало так хорошо. Все, батареи все покрасили. В общем, все сделали как... Вам все как понравилось? Мне двери, и двери такие хорошие сделали. Обратились к семье военнослужащего, чем мы можем быть полезны и какую помощь мы можем оказать на сегодняшний день. Вот мама попросила взаимодействие по вопросу ремонта квартиры. Мама очень хотела успеть сделать сыну какой-то подарок к отпуску, вот, и все это прекрасно получилось. Сын пришел на побывку, дома, красота. В зоне СВО находится еще 4 сотрудников Люберецкой теплосети. Руководство компании оказывает поддержку и бойцам, и их семьям. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Люберецкие депутаты курируют более 350 семей, чьи сыновья и мужья сейчас находятся в зоне СВО. Один из них приехал на побывку домой. С защитником рубежей Отечества встретились Владимир Ружицкий и Александр Пивоваров. За чашкой чая люберецкий боец с позывным «Мася» рассказывает о настрое российских бойцов, о жизни быть в окопах и каково это – смотреть смерти в лицо. Когда в конце сентября объявили о начале мобилизации, он, не раздумывая, пришел в военкомат. Я записался добровольцем, прошел подготовку в Лабино. И уже в конце ноября я находился в зоне боевых действий под Харьковом. Самое трудное было привыкнуть к обстановке, но прошло это довольно быстро. Под обстрелами 22-летнему пулеметчику приходилось вытаскивать раненых сослуживцев с поля боя. Рассказывать об этом тяжело. Боец признался, что всем, кто находится на передовой, важно знать, что в них верят и ждут дома. Спасибо неравнодушным люберчанам, которые отправляют нам гуманитарную помощь за поддержку. Обязательно мы все вернемся домой с победой. В конце июля он снова уедет на защиту рубежей Родины и снова в бой. Депутаты передали военнослужащему посылку с гуманитарной помощью. В нее упаковали все, о чем просили на передовой. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. На базе Центрального поликлинического отделения Люберецкой областной больницы работает школа для пациентов, страдающих сахарным диабетом. Ее открыли в начале лета. Чему обучают в школе здоровья, расскажем в сюжете.
На занятиях врач-эндокринолог рассказывает о методах самоконтроля больных с сахарным диабетом, помогает адаптировать лечение, назначенное врачом, и информирует о методах профилактики острых и хронических осложнений. Пациенты обучились уже, какие осложнения бывают сахарного диабета, они уже в курсе, какая терапия, какие целевые уровень глюкированного гемоглобина у пациентов должен быть. Каждый пациент уже знает о своих возможных осложнениях и индивидуальном уровне сахара. Обучение проводится по отдельным программам для больных с сахарным диабетом первого и второго типов, а также для беременных женщин, имеющих симптомы данного заболевания. Каждому индивидуальный подход. Многие пациенты не соблюдают сахароснижающую терапию, и, естественно, у них развиваются осложнения, в дальнейшем ухудшается жизнь, продолжительность и качество жизни ухудшается. Школа работает 3 раза в неделю по понедельникам, средам и пятницам с 13 до 15 часов. В нее могут записаться пациенты, прикрепленные к поликлиникам Люберецкой областной больницы, обратившись к своему лечащему врачу. Богдан Колесников, телеканал ЛРТ. До конца июля при поддержке Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры в Подмосковье проводит социальный раунд «Трезвый водитель». Его реализуют в рамках регионального проекта «Безопасность дорожного движения». Госавтоинспекторы выявляют водителей, управляющих автомобили в состоянии опьянения. О результатах рейда, который провели в Люберцах, узнала наша съемочная группа. Валерий Викторович, у нас проходит очередное профилактическое мероприятие «Нетрезвое состояние». Напоминаем вам о том, что алкогольное состояние – реальность недопустимая. Езда в нетрезвом виде. Госавтоинспекторы раздают памятки и с каждым водителем проводят профилактические беседы. Подобные акции автовладельцы поддерживают. Безопасность на дороге – это самое главное. Много случаев, когда, вот в новостях показывают, много очень сбивают людей, и страшно на самом деле. В ходе акции «Трезвый водитель» инспекторы проверили более 200 автомобилистов. На Октябрьском проспекте, где проезжает наибольшее количество машин, рейд провели рано утром в понедельник. При выявлении нарушителя составляется административный протокол по статье 12.8, за который предусмотрен кодексом административного правонарушения штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления на срок до 2 лет. При повторном нарушении сумма штрафа составляет 50 тысяч рублей, а срок лишения права управления – 3 года. По словам инспекторов ГИБДД, рейды дают положительные результаты. На Октябрьском проспекте не выявили ни одного нарушителя. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В Люберцах проводят профилактические мероприятия, направленные на борьбу с экстремальными увлечениями молодежи, руфингом и зацепингом. Они направлены на снижение несчастных случаев на объектах железнодорожного транспорта. Как прошел рейд на платформе Коренева, расскажем в следующем сюжете. Добрый день. У нас сегодня проводится мероприятие, направленное на безопасность на железной дороге. Вот мама с папой прочитает своим сыночку вот тут, таки, в стихотворной форме. Сотрудники линейного отдела полиции проводят профилактические беседы и напоминают об ответственности за противоправные действия на объектах железнодорожного транспорта. С начала года на участке пути Люберцы вторые Черусти выявлено 10 нарушений. Большинство зацеперов – тинейджеры. Подростки катаются как на крышах электропоездов, в межвагонном пространстве, а также на внешних частях кабины электричек. Данные правонарушения подпадают под административные правонарушение статьи 11.17 Кодекса об административных правонарушениях. И если подросток достиг возраста привлечения к административной ответственности, соответственно, мы составляем протоколы. Подросток ставится на профилактический учет по месту жительства. К административной ответственности привлекают граждан, достигших 16 лет. Если нарушитель младше, инспекторы проводят профилактическую работу с его родителями, которых также могут привлечь к административной ответственности и наложить штраф. Если родители следят за ребенком, как он возвращается, во сколько возвращается, в каком виде возвращается, то есть испачкан руки, одежды какими-то машинами, маслами. И если они за такое заметят, то, конечно, им нужно переговорить со своим ребенком, не катается ли он, и объяснить ту опасность, что достаточно одного неловкого движения, в принципе, либо удар током, либо падение, как правило, все это смертельно. Рейды на объектах железнодорожной инфраструктуры проводят ежедневно, и они действенны. Статистика последних лет свидетельствует о значительном снижении количества погибших. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Люберчане присоединились ко всероссийской акции по очистке берегов водоемов от мусора «Вода России». В стране ее впервые провели 9 лет назад. Люберцы присоединились в 2021 году. Весной жители расчистили берег Пехорки, теперь Кореневского карьера. Подробнее расскажет Богдан Колесников.
Предложение убрать прилегающую к Кореневскому карьеру территорию поступило от красковчан. Жители округа идею поддержали. К субботнику присоединились и волонтеры из Москвы. Мы хотим, чтобы все было чистенько, аккуратно, чтобы дети всегда отдыхали спокойно, чтобы они не ранились. Тут очень много стекла. На улице видим то же самое, мусор поднимаем, все выкидываем. За экологию, за чистоту. Со дна и поверхности водоема доставали бутылки, коряги и другой мусор. Кирилл Пудовкин не пропускает ни одну экологическую акцию. Вместе со сверстниками юный красковчанин собрал несколько мешков бытовых отходов. Нужно делать природу намного чище в нашем карьере. Он так довольно загрязненный, но мы сделаем его обязательно чище. Мы хотим купаться в чистой воде. Аварийные и сухие деревья на месте распиливали и отправляли в дробильную машину. Древесные отходы и мусор вывезены региональным оператором на полигон для дальнейшей переработки. Это территория высокого берега Кореневского карьера. Понятно, что на протяжении нескольких лет наши жители любят это место. Выходит кто-то с шашлыками, кто-то с какими-то пикниками. И скопилось большое количество мусора даже уже в этот период летний. Наводим сегодня здесь такой порядок, проводим опиловку. Обязательно дополнительные средства заложим на чистку водоема в этой части. За несколько часов береговую линию со стороны железнодорожной улицы привели в порядок. Общими усилиями собрано более 10 кубов мусора и переработано в щепу около 30 кубов порубочных остатков. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В Центральной детской библиотеке «Бригантина» в этом году впервые организовали летний лагерь дневного пребывания. В течение 3 недель ребята занимаются творчеством, спортом, участвуют в мастер-классах. Один из них провел заслуженный художник России, скульптор Александр Рожников. Так как скульпторов у нас мало, а вы все ребята талантливые, сегодня мы будем делать скульпторов из вас. Предлагаю сегодня слепить люберецкого богатыря. Как это делается, я сейчас покажу. Перед началом несколько советов. Известный скульптор рассказал, какие цвета лучше гармонируют друг с другом, а какие контрастируют, и как быстро и легко размягчить пластилин перед лепкой. В течение получаса дети лепили фигурки люберецкого силача. Каждая минута, каждый час у них занят чем-то творческим. То есть у нас и интерактивные игры, у нас и просмотр мультфильмов. У нас приходят аниматоры, которые с ними занимаются веселыми стартами, спортивными упражнениями. Я пришла, потому что меня заставили родители, но на самом деле, тут был английский и очень хороший, вожатый, поэтому я считаю, что я пришла не зря. Мне нравится английский очень сильно. Я теперь умею считать на китайском, и у меня появились амбиции, опять же, например, лепить, больше рисовать. Я купила восковые мелки, теперь рисую. Лагерь дневного пребывания при библиотеке «Бригантина» посетили 20 детей. В августе юных люберчан ждет вторая, заключительная смена, которая обещает быть такой же яркой и насыщенной. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Ученик 28-й школы Вадим Другушан завоевал золотую медаль на первенстве Европы по греко-римской борьбе среди спортсменов до 16 лет. Оно проходило с 6 по 9 июля в Венгрии. За последние десятилетия это первый люберецкий борец, которому удалось выиграть соревнования такого уровня. Подробнее расскажет Богдан Колесников. Алексеевич вернулся с первенства Европы не с пустыми руками. Молодец, поздравляю. Спасибо. Желаю дальнейших успехов. Первый соревновательный день Вадим Драгушан победил спортсменов из Болгарии и Грузии, завершив поединки досрочными техническими победами. В полуфинале со счетом 6-0 взял верх над спортсменом из Азербайджана и вышел в финал. В поединке за золото борцу хватило 1 минуты 5 секунд, чтобы положить на лопатки своего оппонента из Армении и занять высшую ступень пьедестала. Ну, я не ожидал того, что я в свои 14 лет выиграю первенство Европы. Но самое тяжелое, наверное, была полуфинальная встреча с азербайджанцем. Он был более физически крепким. Благодаря тому, что меня подготавливал мой тренер, я выиграл эту схватку. Но родители поддержали меня, сказали, что поздравляют. Очень рады за меня. Несколько дней передышки, и Вадим, на равных с другими воспитанниками секции греко-римской борьбы, приступает к тренировке. Каждая начинается с разминки. Бег, акробатические элементы, упражнения на борцовском мосту для развития координации. После борцы отрабатывают технику и тактику борьбы. Часть какая-то на отработку приемов, совершенствование приемов различных, потому что в борьбе очень много приемов, в общем, море. Один прием можно там в 20 вариантах сделать. Не каждому дано быть чемпионом. Во-первых, это
желание самого спортсмена. Если у ребенка есть природные данные, они сыграют ему в плюс. Но это все равно, в первую очередь, желание, стремление, характер, что ты готов, что ты хочешь побеждать, и готов ты побеждать, через что ты готов пройти для того, чтобы добиться этой победы. Один из таких – Вадим Драгушан. Турнир за турниром борец завоевывал медали региональных и всероссийских соревнований. Трижды за полгода выполнил норматив кандидата в мастера спорта и вошел в состав сборной команды России среди юношей до 16 лет. Он – единственный борец от Московской области, кто отправился на первенство Европы. В начале года вообще как планировал, что он будет выступать в весовой категории 75 килограмм. Но мы это запланировали, в течение года вес чуть-чуть подрос. Мы приняли решение перейти в 85. Как бы соперников особо 85 не знали, на 75 готовились. Но получилось так, что он Московскую область прошел, Центральный федеральный округ прошел, первенство России прошел, ни одного балла не отдал соперник, все встречи выиграл досрочно. Сейчас люберецкие борцы готовятся к новому спортивному сезону. А Вадим Драгушан усердно тренируется, чтобы защитить честь Люберец и Московской области на Кубке России по греко-римской борьбе, который пройдет в сентябре. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. На этом выпуск завершен. Еще больше подробностей на нашем сайте. До свидания.